У села Колба Западного Казахстана ищут нефть. На площадке Захатсор-Р2 пробурили скважину глубиной почти 2 километра. Разработкой месторождения занимается нацкомпания «Казгеология». На проекте уже работают 30 человек из местного населения. И власти надеются, что добыча нефти в будущем благоприятно скажется на развитии самого отдаленного от Уральска района. Побывавшие здесь представители мининдустрии и новых технологий одобрили темпы работ. А Казахстанское общество нефтяников и геологов теперь собирается открыть в регионе филиал. Здесь находится одно из трех крупнейших месторождений Казахстана, которые входят в первую двадцатку мировых таких уникальных месторождений. Это Карачаганак. Значит, кроме Карачаганак имеются также и другие, так сказать, месторождения. Ну, большие, малые, средние и так далее. И сейчас также активно проводится геологоразведочная работа. Я надеюсь, что эти результаты также дадут возможность открыть здесь, на земле Приурале, значит, новых месторождений нефти и газа.